Снова здравствуйте. Вот происходит такая интересная вещь, как вдруг у человека что-то там справа заболело, или вдруг он пожелтел, его отправляют на УЗИ, и выясняется, что у него камушки в желчном пузыре. Что предлагает медицина? Медицина предлагает вырезать, но не камушки, а удалить весь желчный пузырь, превращая человека тем самым в инвалида. Ну, если вы не в курсе, то человек без какого-то органа или части тела – это, собственно, инвалид. Жить без желчного пузыря, в принципе, можно, но неудобно, честно говоря. И почему такие крайние выходы, я не понимаю. Можно, можно растворить камни в желчном пузыре и ничего никуда не вырезать. Они растворяются. Как это сделать, мне известно. И это написано в моем рецепте. Если вам нужен такой рецепт, если у вас есть камни в желчном пузыре, если вы хотите их растворить, вывести, без механической желтухи, не страдая, оставить себе желчный пузырь на память хотя бы, обращайтесь. На моем сайте этот рецепт есть. Сайт мой levbulldozer.ru. Ссылка на него в описании под видео. Заодно расскажу, как питаться дальше, чтобы больше других камней не образовывалось. Всем пока!